Соловецкий архипелаг – удивительное место контрастов. Контрастов красивой северной природы, уникальной архитектуры, православной веры и ужасной кровавой истории прошлого. Эту историю мы решили поведать вам через электронную музыку. Для этого мы мысленно отправляемся в 20-е годы прошлого века и наблюдаем, как одно и то же место может быть монастырем и полярным Освенцимом. Красный террор не миновал Северные острова. В мае 1920 года монастырь был закрыт, а настоятель монастыря и его помощники расстреляны. И это было только начало. На месте обители новая власть, не признающая Бога, решила основать Слон, Соловецкий лагерь особого назначения. Но на самом деле, с самого начала советскую власть больше всего интересовала не борьба с верой, а богатство, накопленное насельниками монастыря. Цитата Владимира Ильича Ленина. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем, и поэтому должны, провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Вот так легко росчерком пера Ленин подписал смертный приговор сотням человек, всю свою жизнь, из поколения в поколение трудившихся на благо страны. Подписал, не забыв пометить грифом «Совершенно секретно». Концлагеря-то придумали вовсе не фашисты, а наши соотечественники. В послесталинские годы эти страницы были вычеркнуты из нашей истории. Thank you.
Искусство должно быть чем-то, что освобождает вашу душу, пробуждает воображение и побуждает людей идти дальше. Кит Харинг. Заключенные, измученные тяжелым трудом, пытками и нищим рационом, находят в себе силы творить. В концлагере организовываются театральные труппы самими же заключенными. В 1924 году был создан театральный коллектив «Хлам» – художники, литераторы, актеры, музыканты. Репертуар «Хлама» составляли пьески, инсценировки различных романсов. «Хлам» пользовался большой популярностью и давал по 140 постановок в год в различных частях острова. Артисты «Хлама» не боялись выступить перед начальством лагеря и ставить постановки запрещенных произведений на большой земле. Театр был одушенный, способ убежать от реальности, они своими силами пытались создать частичку рая в кругу ада.
Это единственная на русской земле церковь-маяк. Свет ее помогал плавающим, путешествующим, терпящим бедствия на море. Именно Святую Вознесенскую Церковь и Секирную Гору в страшные 20-е годы избрали ненавистники Христа и православия для мучения своих жертв. На Секирку заключали за побеги, отказы от работ, за самоувечие и за контрреволюционную агитацию в лагере на срок от 1 месяца до 1 года, но немногие могли выдержать условия заточения больше 6 месяцев. Осужденных в строгий изолятор вталкивали в камеру в одном белье, отбирая все вещи. В камерах обоих ярусов не было коек. Люди спали в одном белье на полу, зимой покрытым инеем. Ночью спали, ложились друг на друга в 4 яруса. Во внутренних ярусах можно было немного согреться, однако существовала опасность быть раздавленным или задохнуться. Здесь же, под горой, приводились в исполнение расстрельные приговоры и пытки. Заключенных, привязанных к деревьям обнаженными, заживо съедали комары. Людей спускали по лестнице с высоты 100 метров, привязанных к бревну. Выбраться живым отсюда было невозможно. Мужской штрафной изолятор с чрезвычайно суровым режимом располагался в Вознесенской церкви на Секирной горе. Ужас охватывал каждого, кто слышал слово «Секирка». Я не знал в слоне ни одной женщины, если она не старуха, которая, в конечном счете, не стала бы отдавать свою любовь чекистам.
иначе она неизбежно и скоро гибнет. В лагере на Соловках мужчины и женщины сидели вместе. На лагерных островах бурлила половая жизнь, а заключенные женщины подвергались беспощадной сексуальной эксплуатации. Надзиратели и поселенцы держали настоящие гаремы и обменивались женами. За нелегальное свидание полагалось от 14 до 30 суток карцера в первый раз и перевод в самые жуткие отделы слона во второй. Ромео едет на секирку Джульетта на Заецкий остров. Вернуться назад было практически невозможно. Контрреволюционерки покрасили и помоложе шли на расхват. Они становились прислугой у сотрудников лагеря, убирались в квартирах, стирали белье, готовили еду. «Не ляжешь со мной, будешь лежать вместе с ними. У нас тут каждый день к стенке ставят одним человеком меньше, одним больше, разбираться никто не станет. Вполне понятно, что при такой бурной сексуальной жизни арестантки беременели и рожали детей. В этом случае их и малышей ждала самая жуткая участь. Ни один чекист за мое более чем трехлетнее пребывание в слоне ни одного родившегося от него ребенка своим не признал». Роженицы отправляются на Заяцкий остров. В шутку чекисты называли их зайками. Безнаказанно насилуя контрреволюционеров и уголовных женщин, заражая их венерическими болезнями и делая их матерями, чекисты возлагали всю вину на подневольных жен и шма. Роды наказывались заключением в изолятор на срок от 3 месяцев до года. Неудивительно, что число самоубийц среди женщин на Соловках во много раз превышало число мужчин, добровольно ушедших из жизни. Принудительная любовь строгого режима ломала даже профессиональных проституток, оказавшихся за колючей проволокой.
Анзер, место отшельничества для монахов. Сюда уединялись монахи, которым суровое соловецкое бытие казалось шумным и мягким. Они принесли с собой особенное уединение и умиротворение, круглогодичный строгий пост. На Анзерском острове никогда не жили мирские люди. Из-за отдаленности острова он был выбран местом для изоляции и смерти больных людей. Административный центр Анзерского отделения размещался в Троицком скиту. Здесь содержали духовенство и политзаключенных. В конце 1928-1929 годов, когда в лагере свирепствовала эпидемия тифа, в Голгофо-Распятском скиту был устроен стационар медицинской части. Заключенными обращались с особым цинизмом. Их привозили сюда не выздоравливать, а умирать. Истощенные люди, скелеты, обтянутые кожей, выбегали голыми, шатаясь из часовни к проруби, чтобы зачерпнуть воды в банку из-под консервов. Были случаи, когда, наклонившись, они умирали. В год на Голгофе хоронили до 1000 человек.